Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 12. Вопрос 2643. Есть ли среди сегодняшних старообрядцев бизнесмены, а среди ваших благотворителей не старообрядцы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких примеров очень много. Вообще у меня такое ощущение, что люди устали от лицемерия, лжи, гонки за выгодой и в бескорыстной помощи находят отдушину. Некоторые делают это, вспоминая о своем старообрядческом происхождении. Другие ощущают духовную тягу к простой и чистой вере. Многие потом приходят в церковь и становятся нашими прихожанами. Но часто условием такой помощи, если она идет от чистого сердца, является анонимность. Вправе ли я приводить конкретные примеры, если это может повредить человеческой душе? Комментарий Игнатия Лапкина. Религия обряда из старых корней. Ни слова и нигде не встретишь, чтобы люди стремились к евангельской вере. Важно, чтобы согласиться быть как они, Оль, говори. Важно, чтобы согласился быть как они, чтобы была хотя бы борода. Чистого сердца как обрящешь там, где нет живого Христа? Послание Ефесянам, 4 глава, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Послание к евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». «Приема жду в приемной, мне откажут безбожные помощники судьи. Позор презрения к людям их замажет, расплата ждет всех черствых впереди. А верующий в обстановке тяжкой не возроптал с молитвой в моготу. Мне слышен ропот тех, кто в коридоре страждет, не рай желают им, а быть в аду. Метется очередь, сметая предыдущих, вскипает зло к правителям злосчастным. Здесь безысходность нависает тучей, безделье всех заглатывает пастью. Крапленые тузы и короли, без очереди за высокой пайкой, золотоискатели за истиной пришли, в прихожие мнут их заскорузлой пяткой. Бессовестная власть руководит принятием грабительских законов. Клан мафиози во главе бандит, ночь проблудившая восседает сонный. А что ему бурлящая толпа, ограбленная так демократично? Он выполняет в грабеже свой план, ждет жадно взятку, подхалимов ищет. Что говорить, язык переводить? Глаза мозолить извергом пузатым, они еще не знают мой вердикт, с какой статьей пришел я их сосватать. Украденное время мне вернете, попросите принять от вас даяние. Моя обязанность — стричь озверевших ногти, иной закон достать — священное писание. Мучительство сатрапов окаянных, дай сил мой Иегова одолеть, не извилюжить мысль, а донести бы прямо,
не зная, ждут меня они уже 100 лет. 18 января 2005 год. Игнатий Лапкин.